35-30, мы едем до Мексиканского залива, это State Road 19. Вау, вообще ничего не видно. Это люди не увидят. Это Флорида. Я еду по направлению к Тампе, чтобы выехать на Айфо. На скоростную трассу Айфо, которая меня приведет в Орландо. Вот, кстати, я смотрю в камере видимость гораздо лучше, на самом деле. Надо, кстати, прибегать к помощи камеры, потому что через камеры я вижу дорогу более чистую. Не знаю почему. Тихо, все вот свет. Он что говорит? Вау. Я еду 30 миль в час. Этот дяденька мог бы съехать, потому что все равно это очень медленно, конечно. Давай, уходи. Впереди у него вообще никого нет. Боишься? Сверни направо. Возьми вправо, вернее. Вау. Молодец, правильно. Иди налево. Вау. Только что на каяках плавала. А и снова плыву. Вау, какая красота! 40-50, молния сверкает. Машины далеко-далеко съехали, я вон они все далеко. Дождь быстро пойдет, такая черная бутылка. Я пока застал Макдональдс. Макдональдс купила свой любимый бутерброд с рыбой и картошку жареную маленькую. С таким удовольствием поела. Я обожаю Макдональдс. Вот это погодка, вот это дожди. Почти каждый день вот такие дожди. Сейчас я покажу, где я нахожусь. Так. Ох, не надо, надо такой быть дурочкой. Она меня снова ведет наверх. Так, машин. Все, пока-пока.